Первый сборник поэзии Марии Якимук «Весны. Чудесные напевы» был опубликован в 2001 году. До этого творчество писательницы много лет копилось в черновиках, хотя писала еще со школьной скамьи. Тематика творчества разнообразна – любовная и гражданская лирика, юмористические зарисовки, рассказы. Но главная тема, не покидающая писательницу никогда – природа. Красота родной земли задевает, волнует и создает почву для новых творений. Самая любимая моя тема – это любовь к природе. К родной земле, к родине своей. Вот эта тема проходит через все мое творчество. И вот оно меня вдохновляет даже, я скажу. Я очень люблю лес, я грибник, и поэтому вот это вот все, вся эта вот обстановка, как я кажу по-белорусски, под их ветры, вот, все это меня тревожит, все это меня волнует. И все, обо всем этом я пишу. Мария Семеновна Якимук – активный член нашего литературного клуба. За годы совместной работы она для клуба стала душой клуба. Она проводила шматлікія творчие вечеры. При ее допомозе нам удалось выдать аж 5 сборников литературных. И особисто для меня она стала не просто надежным сябром, а духовным наставником. На счету у писательницы 5 сборников. Последний вышел в прошлом году. Но Мария Якимук не только пишет, она еще и поет. Недавно выпустила диск. В него вошли 10 песен в авторском исполнении. Музыка тоже ее. Поэтому на творческой встрече Мария Якимук не только декламировала, но и пела. Сначала одна, потом вместе с хором Кавердякского дома культуры и «Ветеран». Творчество Марии Якимук всегда воспринимается зрителем на ура, а она, отдаваясь ему всей душой, читает и поет практически везде и всегда. Чувствует свою принадлежность людям, а потому всегда в настроении, с творческой энергией и жизнелюбием. Это нужно поклонникам. Пишет на двух языках – белорусском и русском. Ее часто спрашивают, почему не отдаст предпочтение какому-то одному из них. На то оно и творчество, чтобы быть непредсказуемым, отвечает Мария Якимук. Я молодая выкладчица, пришла выкладать методику белорусской мовы, а Марийка Гарах – первая моя студентка-выпускница, выдатница, веселая, свавольница, любимая в группе, песнярка, танцорка. Потом стала выдатной наставницей, теперь поэтка. И я пришла ее повиншовать. Каждый, кто посетил творческую встречу с писательницей, познакомился с неиссякаемой искренностью и преданностью своему делу. Любителей поэтического слова встреча с Марией Якимук зарядила новыми силами, а самой писательнице дала толчок к новым вдохновениям.